Не имеешь права вообще базарить. Черт, посади меня, Яник. Я с тобой буду теперь. А теперь все записано на камеру. Иди сюда. Ты кого? Инвалид? Кто это? Пацаны, честно говоря, паспорт забрал, у него мои ПРПшки. Я инвалид, честно говоря. Вон там четко, конкретно, сказано. Вон там, он меня просит. Захотите, хотите я вам видео и... Хотите? Ха-ха-ха, и аудио. Чего? Иди сюда. Надо валить. А шлепать его? Ну что, майор, со мной нельзя шутить. Я тебе говорю, отшлепай его, я тебе говорю. Ты отшлепаешь, я тебе говорю. Я приду. Сам понял. Давай тащить сумку туда. Давай бери! Бери! Меня надо, я тебе говорю. Все, я не могу я. Не ходить не могу. Козлы вы вонючие. Вы козлы. Несите, сумку мою. Несите сумку. А что это? Вы пропадете? А что я не такой? Я косач. Кто имеет право? Даете мне право покурить, а сумку мне должны отнести. Я уже не могу. Все. Мой адрес. Красноярск. Вперед. Нет. Пацаны. Вы сами подумайте. Иди подумай, майор. Иди делай. Я тебе говорю, буду психовать. Вообще психа я буду. Вообще я псих буду. Я отсюда даже не выйду, я тебе говорю. Да здесь я останусь. Если надо будет, буду рубить. Ясно, вы присядьте, отдохните. Пока я бухой, я не инвалид. Ну я понял, вы присядьте, отдохните. Это я там потом Настика могу принимать. А так я тебе говорю, я псих-то. Ну это видно. Вы присядьте. Ну, вы представляете меня себе, пацаны? Да, да. Ну, взял бы, сломал бы. Я тебе говорю, ну, пацаны, ну правда. Ясно. Ну вот, ну, не лезьте, пожалуйста. Да, блин, они, взял бы вот так один раз бы и сломал. Не... Присядь, отдохните. Я понял. Ну вы присядьте все равно, отдохните немного. Где? Что хочешь страшный? Вот штраф выписывай мне. Поехал я. Если я не успею, значит